Всем привет! Сегодня будем смотреть интересные постройки Твисти. Spectral Thanks Code. Блин, паштет настолько популярен, что даже сюда попал. Ладно, ну типа, ладно, он тебе помогал. Идея от Твисти. Have a good game. Так, это играть... О, ух, топ. Это играть буду я. Кибер, ты будешь наблюдать просто. Ну, если хочешь, можешь с нами. Нет, я посмотрю. Ладно, так, начинаем играть. Я вытащу дощечку ух топ. Потому что она реально говорит сама до себя, что ух топ. О, я верн... А, ладно, хорошо, я хотя бы джетпака делал. Минус одна дощечка, и мы живем. Давай, твоя очередь, что будешь делать? Ты чё, кушаешь, сидишь, да? Угу. Да, ясно. Сидит, кушает и играет в робот. Воу-воу-воу! Ты проиграл, все. Это магии Ухограда. Это ГБО, все, ты проиграл. ГГ, короче, ты проиграл с первого раза. Молодец, я победил. Все, теперь я буду с Кибером, можешь спокойно кушать. О, а эти дощечки можно двигать. Я бы просто подвигал. А, стоп, Кибер, давай садись, играй, а я... У меня какие-то все постройки забагали. Ты, мухоморы за собой тянут баги, доказано. Давай, я первый. Тяжелая дощечка, но я справлюсь. Смотри, здесь, короче, гарпун, и здесь на ней кнопка, на нее нажимает, крутится. Я не хочу так. У меня есть идея получше. Может, зайдешь сюда? Кибер, давай, ты первый выбирай что-то. Нет, ух, топ дощечку я выбираю только. Ладно. Вот это игра. Ты перемещаешь дощечку или... А, я понял, из-за чего это. Было из-за меня. Давай я убираю тогда. Что же мне убрать? Ой, блин. Мне кажется, я сейчас... О, я бы не радил отсюда. Я не знаю, как это выжило. Нет, не надо. Я сейчас проиграю. Не надо, пожалуйста, не падай. Все, плохая игра, 0 из 10, я ухожу. Да, она крутая, если отыграть её. Заново загрузи, пожалуйста. Не, ну давай, попробуем нормально. Нормально, я нормально. Видишь, я могу все уничтожать. Хотя ладно, давай нормально. Кибер вещь говорит. Так, я синий, ты красный, ты плохой, я хороший. Так было всегда. Тем ну, временем, Мухомор, освободите ну, место. Ну ладно, мы с Мухомором будем играть. Я первый. Ой, пуник. Дощечка ухтоп только для меня. Кибер, ты что с доской делал? Теперь я. Давай, что будешь делать? Воу-воу-воу, куда поднимаемся? Я что-то не понял, ты что-то хараешь за самого верху собирать дощечки. Нормально. Весьма хороший ход, я тебе скажу. Мы тут шахматные гении просто. Все гении собрались за этим столом, чтобы вытащить все доски и не сломать небоскреб. Давай. Пользуйся магией Ухограда. Это сильнейшая убирать магия. Убирать сверху это не по правилам. Убирать сверху это по магии Ухограда. Так что не можно. Так нельзя. Хотя мне кажется, она сейчас все упадет из-за того, что из-за этой магии. Давай быстрее, используй свой шанс. Оставай дощечку. Хватит это делать. Да ладно, не надо обращать на это внимание. Так, какую же досочку? А, я же могу перемещаться, кстати. Ой. Все. Замри! Нет. Ладно, давай, ходи быстрее, а то он сейчас еще упадет, тогда я точно проиграю. Давай. Попробуй сместить что-нибудь. Это Дженго. Натаскивай. Хороший ход. Я сейчас это уберу. Убирай. Нет, я не туда. Да ладно, я нечаянно нажал. Ну ничего. Ладно. Делай два раза ход, потому что я тоже два раза делал. Попробуй попасть. Давай, огонь. Ой, на месте, нет. Я сейчас не туда попаду, и мы упадем. То есть Джанго упадет. Давай, ходи уже. Да как ты так хорошо играешь? Я буду убирать с самого верха. Это не попал. Хэштег Угенс. Хочешь победить? Да. Если дошел до этого момента видео, то надо написать этот хэштег. О, а ты круто придумал вот так вытаскивать. Айм, я чуть не понял. Смотри, я просто сделаю сейчас суп-тек. Вот. Я отходил, сейчас моя очередь. Ой, блин, я что-то не понял. Как те бойки сами двигаются? Нам быстрее стреляют, а то сейчас все упадет. Блин, ну там шевелится как-то. Немного страшно. Это ты только что стрелял, ух. А, стреляй, я уже два раза стрельну. Воу, какая же сложная игра. Особенно головоломательная. Написали про ракетные шахты. Огонь. Ты сможешь проиграть, я в тебя верю, давай. Не дождёшься. О, давай я тебе помогу. Давай, держи тот кубик, который я держу. Стоп, это только что ты стрельнул? Вот это я. Да, ты проиграл. Сразу видно, что я стрельнул. Ну, ладно, давай мне еще одну попытку бонусную. Давайте с Кибером. Кибер выбывает. Все, я спрятался. Что теперь делать? Можешь заново загрузить? Ты мега мозг, я уже с Кибером буду соревноваться. Давай я уже с Кибером буду.
Это ж сколько... Смотри, смотри. Первый ход за мной, смотри. Стой, давай, давай так, да, выдвигать. Выдвигай. Пробую. Давай, ты сможешь. Ты ж супер-мега-гупер-пупер сильный. Давай, чуть-чуть осталось. У меня тоже будет свой метод выдвижения. О, молодец. Ура! Стой, дай-ка мне кое-что сделать. А ты знал, что на стриме я, короче, написал сверху «Ухтоп», сверху моего персонажа, а потом я на стриме начали спамить хэштег «Ухтоп». Вообще-то, молодец. Я тогда ввел хэштег «Ухтоп», так что это, не присваивай себе мои достижения. Реально? Да. Вообще-то, я... пошли на Лисоград. Хватит, давайте я буду уничтожать эту башню. Ой, блин, как... О. Мне кажется, меня отталкивает, а не будет. О, я вытолкнул один, давай, твоя очередь. Я не знаю, я каким образом. А это уберу. Там мусор. Не, нормально, не надо играть. Мы играем только не по правилам. Воу-воу-воу, Арконус тоже с нами. Арконус, ты чуть не проиграл, представляешь? В таком случае я делаю так. Я все просчитал. Давайте, выдвигайте. Сейчас. Теперь ваш ход. Теперь мой ход. Я думаю взорвать одну коробочку. О, это кто сделал? Кибер сломал эту башню, и на него она упала. Я ничего не сделал. Я сломал. Оу. Я теперь раз там стою. Я вас, пожалуй, заберу один. Не надо. Изоляцию врубай, он сейчас кубик украдет. Нет. Кубик. Не заберешь. Я не глава команды, это ты. Ты должен забрать. Застил ухограда. Отдай пик. Все, кубик захвачен. Ну такая игра, где надо выдвигать кубики из реальной жизни. Воу. И очень это интересно играть, если играть по правилам, типа, и играть с гарпанами. Это интересно. Ну мы с тобой так поиграли. Нет, я тебя поймаю, не переживай. Ой. Ладно, все, загружай следующую постройку. Я немного не то хотел, но ладно. Это предатель. Арконус плохой. Загружай следующую постройку. Я хотел вас это забрать, то мой под гарпун попал к тебе. Загружай, следующую постройку. А я поставил загружать. Что же это такое? Это рабочий футбол. Нубиками. Так, короче, вы черные нубики, а я зеленые нубики. Ну ладно, тогда я за синий. В смысле, а синий это кто? А я не знаю, ладно. Кто из нас кто? Я понял, я черный, нет, давай меняться. А дело не пойдет. Это не... Стоп, вот. А здорово, а как играть-то, я не понял. Типа, мои нубики умеют веселиться, двигаться. Они вращаются, им нравится жизнь. А что еще они умеют? VRUN. О, я могу двигать вратаря, который стоит вверх головой. Что я еще могу делать? Давайте играть с мячом. Твои подписчики, когда ты сделал тутер. О! Гол! Ура! Ты сам себе забил гол. Все, ты проиграл. Теперь ты будешь играть с Твисти. Потому что мне интересно посмотреть, а не играть. Играть это скучно. Я буду... Что-то это за кнопка? Кому мне помочь? Кто хочет помощи от уха? Я буду бегать и... Давайте, я помогаю хорошим нубам. Только хорошим. Давайте. Вот так вот. Стойте на месте. Отойди, нуб черный. Нуб мешается. Ой, я сейчас своим гол забью. Хотя они не... Все, я решил. Я за черных нубов. Ура, гол. А как новый мяч сделать? У меня у самого лагает. Это все из-за Лисограда. Аркомса. Потому что Лисоград плохой. О, нет, мяч украли. Мяч в студию. Отдай мяч. У нас украли мяч. Все, надо им войну объявить. О, молодец. Я уже в стратосфере. Ага. Обалденно. Где этот футбол с нубиками? Так, ставим мячик и начинаем играть. Вы с Твисти будете играть, потому что я не хочу. Может вы опуститесь? Или вы будете воздухом? Давайте, начинается игра. Ура! Давай. Стоп, кто какой? Кибер получается хорошие нубы. Я обычные нубики. А он темные нубики. Давай, братарь, я тебе гол забью сейчас. 1-0 в пользу наших нубиков. Добрых. 2-0 в пользу добрых нубиков. А ладно, 3-0 не будет. Стоп. Ой, ты чё меня бьёшь, предатели? Всё, я против вас. Вы меня ударили. Я должен забить вам гол. Ай! Я забью. 2-1. Опа. Обходит первого, второго. И давай! Ух, обходит первого, второго. Тут какой-то нубик, который крутится и веселится. Блин, тебе хорошо, реально. Давай, мячик, нет. Давай, чуть-чуть. Чуть-чуть не будет.
Давай, давай, давай. Гол, 2-2. Сейчас еще один забью. О, 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 3-0. Давай, крути, крути, твисти. Опа. 4-0. Твисти, про. Обалденный просто. 5-2, обалдеть. Черные нубики тащат. У меня дела, я иду. Я, может, вернусь. Ладно. Так, пока синие нубики ничего не могут сделать, надо забить им. Ой, я стал голым. Забиваем мяч. А я новый мячик. Я привет. Ой, что если я буду под черным нубом? Бей меня. А, нормально. Так, сейчас я возвращаю мяч. Ой. Я за мячом. А, нет, я все равно. Я нечаянно, простите. Я не хотел. Ну ладно. Верните стены. Ладно, давай, я тут буду. Давай. Так, что мне надо делать, чтобы победить, скажи? Надо забить в гол. А у меня мяча нету. Есть, вон он на поле. А, вон, погоди, погоди, я сейчас по нему ударю. Стой там, убери своих человечков, чтобы я мог забить гол. Хорошо. Ведь понимаешь, что я, мне очень сложно забивать гол, пожалей меня. Опа, 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 а чё? Я вроде бы бью мяч. Что-то у нас не так. Давай я его шпателем затрою. Давай, давай, давай. Опа, 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 чё ты будешь делать? Ты никогда не сможешь победить ухо. О, давай, мячик. Ой, нет. Плохой мячик. Тебе надо забивать. Там поставим его. Нет, как так убрать? Так, сбрасываем и гол. Ладно, давай дальше. Футбол не работает. Работает, но ладно. Футбол крутой, 10 из 10.